что же принесет каждому человеку 2024 год, в год зеленого деревянного дракона? Обращаем ваше внимание, что дракон сам по себе это достаточно активное и динамичное существо. И обращаем ваше внимание, что дракон это у нас отвечает за мудрость и защиту от любого негатива. Также дракон у нас символизирует и интеллект. Поэтому, пожалуйста, в 2024 году обязательно уделите внимание своему самообразованию, своим новым каким-то, возможно, знаниям обретения. Возможно, вам не хватает каких-то знаний, пойдите на курсы, тренинги, проходите обучение. Это все поможет вам в дальнейшем. Поэтому очень важно, чтобы вы на протяжении 2024 года уделяли как можно максимум внимания своему развитию. И благодаря знаниям, которые вы получите, опыту, вы сможете принять и правильные решения, которые привлекут в вашу жизнь изобилие, достаток и благополучие. И обращаем ваше внимание, для многих людей будут в 2024 году открываться возможности. И возможности это будут связаны и с деньгами, и с работой, и с семьей, и так далее, и так далее. Здесь только все зависит только от вас. Поэтому учитесь, образовывайтесь, меняйте себя и меняйте свое окружение. И тогда ваш мир обязательно изменится.